Что, ребят, мы опять с вами в игре Evil Within 2. Так, теперь мы видели, да, что сзади нас все разрушилось просто. И нам надо идти по звуку, но я не хочу быстро проходить эту игру, я буду тщательно все осматривать. Ребят, вы это верите? Там чувак реально несет какую-то добычу к себе. Я постараюсь его сейчас как-нибудь... Это что было? Так, на Г. Слишком много. Хватит мы, Джейн. Мы бывали перебиты похлеще. Хорошо. Я хочу вот этого убить. А сперва мы заберем себе детали для оружия. Оповещение о врагах. Когда вас замечает враг, появляется значок оповещения о врагах. Изображение, глаза в верхней части экрана. Рисунок. Так, когда враг убеждается в вашем присутствии, у вас полностью открывается. Когда враг позвучит. Хорошо, поняли. Опа. Понял. Опа. Опа. Нет, не буду пока идти. Хочу, подожду. Я боюсь на него идти. Хорошо. Давай, 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 иди сюда. Скрыто убийство. Хорошо. Бан! Давай! Все, его мы убили. Жизнь есть. А, у него даже порох был. Это круто. Так, у него был порох. Хорошо. Здесь мы можем сломать эти ящики. А, нет, мы их не можем сломать. Это не те ящики, которые можно ломать. Хорошо. Порох. Понял, что у нас здесь? Ой, господи. Топорик. Топорик. Если вы взяли топорик, но он временно замерит боем ножи. Можно убить кого-то из врагов, но он сломается после первого же использования. Топорики можно найти в пионе и забрать у врагов. Хорошо. Понял. Так, что у нас вообще здесь происходит? Эти твари стащили тела в одну кучу, но зачем? Да, не спорю. Смотрите, даже у этого текстура размычатая. Да, некрасиво, конечно. Оба. Так, он что-то моргал, а что не сморгает? Исследовать. А, порох! Ах вы какие! Надеюсь, он не станет. Хорошо, нет, не станет. Так, по-видимому, можем сюда забраться. Как-то, но дверь заблокирована. Дверь заблокирована, но, в принципе... А, я понял, извиняюсь. ВЕ. Не-не, уйди. Я не хочу прятаться. Встань. ВЕ. Нет, он не может. Нет, он не может дальше забраться. Хорошо, думаю, можешь через крышу. А, стоп, вот же дверь открыта. Хорошо, открыта дверь. Боже, прости мне мои грехи. Боже, прости мне мои грехи. Падре. Боже, прости меня. Ты жив? О, Господи, умоляю. Я согрешил, но только не это. Умоляю я. Боже, прости мне мои грехи. Боже, прости меня. Боже, мне кажется, сейчас здесь умоляю, кто-то прибежит. Господи, прости меня. Здрасте. Боже, прости меня. Все нормально? Боже, прости меня. Боже, Боже. Я так и знал. Я так и знал. О, Господи, что это? Это типа его душа ушла. Я не надеюсь на него, что он умер. Он еще жив, ребят. Он сейчас встанет. Как только мы подойдем, он встанет. Как только... Так, надо реально тушить тест, когда я записываю. Ой. Steam. Ох ты, Господи. И даже двое. И он еще. Ой, ё-моё. Ага, понял.
больше никого нету? О, да, ну хорошо, хотя справились мы с ними. Я уверен, это еще бой не все. А, нет, они мертвы. Хорошо. У нас патрон осталось. Хорошо, 6 патронов, все нормально. ХП полные. Порох. Кто-то там стонет, ребята. Так, это статуэточка. О, шприцик, хорошо. Что у нас здесь? Что он с ним сделал? Ах, падре, похоже, не слабаков. Он его зафигачил крестом, ребят. Это жестоко. Так, цветочки. А, цветочки, точно. Растения с лечебными свойствами. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Да, мы это уже знаем, мы это уже нашли. Так, здесь мы можем вылезти. Там за бочкой что-то там не то. Что здесь было? Было какое-то действие, нет? О, порох еще здесь. Что, порох? Ну, как ты быстрее? Так, ребят, хорошо. Пока туда не собираюсь идти, я сейчас пойду проведу с этой стороны, что у нас. Это вход в церковь, он заблокирован. А здесь еще есть домик и... Что это у нас здесь? Да хорошо, хорошо, не пили ко мне. О, господи, здесь такие дома, ребят. Мне чуточку страшно. Ладно, не будем пока убегать с улицы. Да что тут такое? Девочки. Ладно, я как понял, нам надо идти именно вот по этой стороне в лес. Я пока не хочу, я не хочу сразу делать все главные миссии, я хочу еще как бы еще и поиграть. Господи, что произошло с этим городом, ребят, вы это верите? Так. Не кажется ли в этом доме кто-то орёт? Не, ну здесь точно кто-то будет, ребят. Это без... Хорошо, потихонечку открываем. Что у нас здесь? Нарисовал какой-то чемодан. Порохом. Хорошо. Мы еще добыли. Кстати, можно через пойти и наделать патронов как раз. Так. Надеюсь, здесь никого нету. Не, ну пока здесь. Ну я знаю, ребят, это точно, это не точно не конец игры. Здесь сейчас, ну то есть не чистое это место. Сейчас кто-то будет. У нас какая-то тетрадка. Что это за тетрадка? Документ 6:40. Юнион. Букет, добро пожаловать в Юнион. Да. Хороший был Юнион, когда-то. Так, что у нас здесь? Ничего нету. Так. Дверь... А, дверь закрыта, ребят. Ну, то не можем пройти. Дверь закрыта. А, вон еще, кстати, цветочек я прозевал. Что у нас здесь? Картинки нету. Ну, мы здесь не можем пройти. Дверь закрыта. Хорошо. Че? А, понял. Нужен ключ. Или... Нужен ключ. Или можно прострелить. Не, ребят, я не буду тратить пули. Не знаю, сработает это или нет, но... Пули в этой игре чересчур так важны. Хорошо. Собираем еще один цветок. Можем все сделать шприц. Это круто даже. Так, кто-то здесь близко. Вон, я их вижу. Ох, господи, сколько их здесь. Кого-то растерзали. Хорошо. Так, что-то наверх можно здесь забраться и пройти там внизу. Но я помню, там внизу кто-то что-то кого-то хавал, ребят. Эс, а в кусты можем заходить? А в кустах нас не видно. Зеленых посадок можно прятаться, когда вы надежда спрятались, ваше тело изменит цвет. О, это хорошо. Оба, понял.
Опа. Кто там? Ладно, никого не видели. Ладно, сейчас мы тебя убьем. Нет. О, хорошо, господи, она как раз когда я прошел, эта женщина встала. Ох, повезло нам. О, жижа еще. Ох, куда же я прыгнул. Так, гель, мы еще набрали гель, хорошо. Хорошо, ребят. Но у меня есть один вопрос. Вон там сзади. Там еще один чувак, который орал только что. Нам надо будет как-то тоже поймать и избавиться от него. Где он был? Пис только что где-то орал. А где? Хорошо, здесь есть везде кусты. Это даже самое то. Господи. И она меня видела, нет? Она меня не видела. Бам! Бам! Ах ты какая проказница, выбежала-то, а? Ну не то. Со мной не прокатит. Так, хорошо, что у нас? Оба. На крыше, понял. Хорошо, у нас на крыше. Как я понял, здесь вот именно она и орала. Или вот тот, который на крыше. Ну хорошо. Но у меня сейчас есть одна идея. Я хочу забраться вот сюда на крышу и вообще посмотреть на весь город. Что там в нем происходит. И что почем. Юнион. Туристический... Ох ты, господи, какой же ты у нас крутой, а. Так, хорошо. Сбавили ходу. Дверь закрыта. Мы сперемся по лестнице. Вон там наш маяк. Это почти там, где наш дом. Так, стой, тихо. А вот интересно, вот... Опа, понял. Один здесь есть сверху. Они лазят по крышам? У меня такое ощущение, что он здесь не один, что там еще кто-то лазит снизу. О, снайперская винтовка. Круто, ребята. Мы нашли еще тела наших пропавших людей. Это круто, у нас здесь снайперская винтовка. Можно будет, в принципе, сейчас пострелять отсюда их снизу, те, которые там хавали. Но вопрос в том, что лазят ли они по лестницам, если... Кстати, у меня там что-то еще горит, его надо убить. Все, стоп, наш попер. Хорошо. Исследуем тело. Патроны для снайперской винтовки, ребята. Это круто. Снайперская винтовочка. Это очень даже хорошо. А. Журнал коммунал. Коммуникатора с записью, журнал коммуникейтинг. Мы на крыше здания, рядом с туристическим центром. У меня на снайперской винтовке барабан в дребезги. Ну, прям мы видим, да, что он в дребезги. Ну, вообще, это, не знаю, что с этим произошло. Срочно нужна замена. Макой, в сарай напротив автомастерской Юна есть запчасти. Только на северном западном конце города. Да, это уже у самого разлома. Ты что, спятил? Китинг. Мне плевать, где они. Принесите их мне, пока сюда наверх не добрались эти твари. Черт возьми, почему мне всегда... Теперь что? Почему мне всегда достается самое опасное? Хорошо, мы теперь поняли. Они здесь держали... Мужик. Хорошо. Как я понял... О, пистолет есть. Пистолетные патроны, порох. Еще раз порох. Хорошо. Как я понял, они здесь сидели и держали оборону сверху, но у него как-то заклинил барабан. То есть у него сломалась пушка, и они сказали, чтобы не принесли запчасти. Но, видимо, их коллеги не справились с этим, и у нас что-то опять появилось. Их слишком много. Окей, что там здесь есть? Да, ну вот это наша главная, вот это такая второстепенная, это получается что? Не знаю. Хорошо. Но у нас не в том. Нам надо как-то
Собрать оружие. Неисправная снайперская винтовка. Корпус этой снайперской винтовки сильно поврежден. При наличии нужных деталей винтовку можно починить, но предыдущий владелец, увы, не может подсказать, где их найти. Хорошо, мы нашли снайперскую винтовку. Ствол поврежден, но остальное вроде целое. Найди бы детали для ее починки. Хорошо, ребят. Но мы там знаем, да, что мы можем найти ствол. Но у нас большая проблема, ребята. Это вот это. У нас вот это вот большая проблема. Как нам пройти туда? Как нам туда пройти? Смотрите, там зомбяров вообще немерено. Здесь на крыше тоже. Я не хочу по ним стрелять, потому что, мне кажется, это будет лишняя трата патронов. Сколько у нас еще патронов? 6-8. 14 патронов. Ну хорошо, было бы хуже. А как нам тебя спускаться здесь? А, ладно, используй через лестницу. Кстати, я не знаю, зачем вот этот вот маячок здесь справа, вот этот вот. Не знаю. А, там лампа висит, понял. Правильно. Сателлитное телевидение. Как же без него, ребят, почему? Русский канал, ТНТ, ты ведь первый русский. Вы что? Так, хорошо. Это я все понял. Что у нас здесь, кстати? О, что это такое? Металлическая трубка. Ох ты, господи. Хорошо, его не нашел. Так, знаете что, ребят? Я сейчас пойду-ка быстро зайду назад, и мы... Я хочу... А, кстати, ребята, стойте, убежище Анила. Можно же пользоваться через это зеркало, точно. Можно через это же зеркало же пользоваться, по-моему, гелем, или? Да, точно, это же мастерская... Кабинет Анила. Да, вон, точно. Вспомнил я. Вспомнил, что для чего предназначено это... Это зеркало. Создание предметов. Улучшение оружия. Улучшение оружия. Снайперская винтовка. Нам не хватает... Болты... Нет. Нам не хватает следующих монетов. Детали для снайперской винтовки. Хорошо. Ладно. Пистолетные патроны. Я сделаю пистолетные патроны. Сколько у нас пороха? 32. 24. Могу я сделать. А, ну, он больше не мешается. Хорошо. У нас теперь полный пистолетный патрон. Значит, можно будет пострелять. Шприцы можно будет... Нет, я не буду пока делать шприцы, потому что просто сейчас... Уверен, что сейчас где-нибудь найду и просто... А, детали... А, надо 90, дальше не буду делать. Сейчас просто уверен в том, что я сейчас где-нибудь найду еще шприц, у меня будет, не будет просто места, чтобы его туда засунуть. Эта дверь закрыта. Да, да, именно это место я ищу. Хорошо, сесть. Давай, садись. Я знаю, это больно, но тебе сейчас мозги, другие мозги сунет. Круто. Круто, ребята. Кстати, надо телефон убрать от микрофона, не знаю, есть задача, есть, нет. Кстати, а где звук от... Какая приятная неожиданность, возвращение. Ребята, у меня нету звука. Снова вы, как вы сюда попали? У меня нету звука почему-то, ребят. Смотрите, я... Надо будет в группе спросить, у меня нету звука просто. Могу задать вам тот же сон. Даже если эти глаза слишком много повидали. А вы усталый вид, детектив. Надеюсь, я смогу вернуть вас в норму. Да, сможешь. Совсем как раньше. Улучшить. Что мы будем все улучшать, ребята? Так, здоровье, атлетизм, бой, скрытность, восстановление. У нас имеется в наличии 2300. Что мы будем себе улучшать? Скрытность. Прибирает навыки для улучшения маскировки и скрытности. Бой. Прибирается навыки для улучшения обычного боя и владения огнестрельным оружием. Здоровье. Приобретайте навыки для улучшения выносливости и повышения уровня здоровья. Атлетизм. Прибирайте навыки улучшения стойкости и ловкости. Восстановили. Я не знаю, ребят, что будем. Давайте сейчас посмотрим, сколько сейчас стоит. 1500. Восстанавливает больше здоровья при применении медицинских средств. Хорошо, это я хочу. Здоровье. Или бой. Твердая рука, первый уровень. Уменьшает дрожание прицела при стрельбе. Давайте это сделаем сперва. Ой, ты бедненький, извини, я не хотел. И мы... Скрытность. Восстановление. Здоровье. Сколько стоит здоровье? 1500. А, нам чуть не хватает. Хорошо, тогда мы сделаем себе, наверное, восстановление. Тоже не хватает, ребят. Нам не хватает. Увеличивает максимальный показатель шкалы здоровья. 1500.
Хорошо. Нет, ребят, у нас больше нету, но скрытность. Может, скрытность меньше стоит? 1500? Ребят, вы что, все реально стоит по 1500? 3000? 3000. Да. Мы больше ничего не можем сделать. Мы встаем с нашего мега-агрегатора. И мы поворачиваемся, и это опять нормальная простая креселка. Зеленый гель. 1300 зеленого геля у нас, ребята. А, ну правильно, зеркало здесь появляется. Наша кисонька, ой ты моя кисонька, халюйся. Так, ребят, ну у меня одна проблема. У меня проблема в том, что... Сейчас сохраню быстро игру. Глава 3, резонанс. Да, перезанять. Принять, хорошо. Я сохраню игру, я попытаюсь пересортануть игру, потому что, как вы видите, у меня не работает звук в игре. У меня вот этот вот смелый герой, который отправился на поиски своей дочери, не говорит, не хочет, наверное, говорить, у него как-то сорван язык. Ладно, люди, господа и все остальные. Увидимся с вами сейчас. Let's play Devil Within, часть вторая. До встречи.